Такая непростая боевая игра. Сегодня очень мало заброшенных шайб. В чем причина? Обе команды играли хорошо в обороне. У нас тоже были моменты забить. Пропустили один гол, он решил исход матча. А насколько сложно было сегодня против автомобилистов, чтобы весьма вязкая игра была? Мы не всегда так играю в такой манере. Мы были к этому готовы. Старались играть шайбой, создавать свои моменты. И моменты были, просто надо их реализовывать. Да, вот что стало все-таки ключевым моментом? Все-таки большинство, в принципе, равных команд было сегодня. Что стало таким важнейшим фактором, почему автомобилист сегодня выиграл? Мы же забили один гол, а мы нет. Можно ли сказать, что сегодня была, скажем так, игра вратарей? Вратари играли очень хорошо и у нас, и у них, поэтому тяжело. Как я сказал, игра была практически равная, один гол совершил. Совсем скоро уезжаем в Казань, там дерби, совсем недавно с Акбарсом играли. Насколько такой, может быть, негативный результат сегодня может помочь дополнительные эмоции получить, скажем так, негативные, перенести, пытаться выиграть у Акбарса в гостях? Я думаю, что здесь никакие эмоции не нужны дополнительные, это очень важный матч. Дерби, все это знают, атмосфера уникальная всегда на этих матчах, поэтому будем готовиться, будем выходить на следующую игру с полной силой, готовые выиграть.